Я пошел. Куда? Туда, откуда пришел. Скоро обед. Так, а как же насчет работы? Насчет сотрудничества? Дети мои, ну несерьезно все это. Офис есть? Будет. Деньги есть? Будут. Клиенты есть? Будут, в смысле есть. Есть! Кто-нибудь? Будет? Вот вы все помяните мое слово. Сейчас встанет, пожрет, рожу вытрет, скажет спасибо, очень вкусно, и уйдет. Да не каркай ты. Я не каркаю, я пророкаю. Нафига он нам вообще сдался? Кажется, уже поел. Большое спасибо. Виктор, подождите, куда же вы? Как же мы? Мы будем продолжать работать без вас. Вы будете продолжать работать без нас. Поймите, детки. Нет такого дела, в котором я не могу разобраться самостоятельно. Я всегда работаю один. Но бывают же дела, когда без помощи не обойтись. Виктор, если у вас появится дело, которое вы не сможете, не захотите раскрыть в одиночку, вы позовете нас. А чего нет? Ну, поймите, дети, кто вы и кто я. Почувствуйте разницу. Кстати, мой вам совет. Откройте какую-нибудь кормильную. Вот он недурно готовит. Виктор! Да пошел он, Миха! Пускай катится! Пусть откроет какую-нибудь жральню! Он недурно жрет! Тоже мне! Вот и договорились. Вот и договорились! Визитку Кате верните. Клебанов прав. Работали без этого Брагина и дальше будем работать. Жалко. Чего тебе жалко? Голова у него хорошая. Связи. Но сколько самомнения. Причем такого тупого самомнения. Кто мы, кто вы. Да мы и мое тоже не вчера родились. У нас опыта на пятерых таких Брагиных хватит. Эх, индюк самодовольный, а? Таких надо учить. А насчет связи... Не знаю. Чё ж спрашивается с такими-то связями и с утра до ночи по кафешкам сидит, а? Ему Лариска и в кафешке хорошо. Ой, да брось ты. От одного случайного покупателя к другому. Прилип своей задницей к стулу. И все. А чего ты молчишь? Тебя что, это не касается, а? Я пол мою.
Слушай, Клебанов, что ты все моешь, драешь, пылесосишь? Откуда в тебе такое рвение? Я тебя уже 3 дня ни о чем не просила. Сколько? 3. Ты что, хочешь сказать, что вот уже 3 дня я горничная по собственному желанию? Угу. Ну, ты сходи, развейся, отдохни. Развейся, Андрюшка. Всей посуды все равно не перемоешь. Докатился. Развеюсь немного. Буду недели через 2. Погоди. Что ты думаешь по поводу Брагина? Брагин? Лентяй. Лентяй. Да уж, лентяй. Лентяй – это хорошо. А самодовольный лентяй – это еще лучше. Наливай. Какая прелесть. Какая прелесть. Леонид Алексеевич, не желаете? Благодарю вас. Нет аппетита. Нет аппетита? Как такое возможно? Я полагаю, выдумки это все. Аппетит? При чем тут аппетит? Я в вашем деле. Скажите на милость. Кому могло понадобиться за вами следить? В моем положении врагов хватает. Положение? Просветите, пожалуйста. Я предприниматель. Предприниматель? А почему предприниматель пешком пришел? Оставил машину в нескольких кварталах отсюда, чтобы сбить их с толку. Кого? Их! Понятно. Значит, никаких серьезных сделок вы в последнее время не совершали? Нет. Ссоры с партнерами, наезды, разборки? Упаси Боже. Не вторглись ли вы нечаянно в сферу чьих-либо интересов? Мой бизнес. Макароны. Если итальянскую Коза Ностру это как-то оскорбляет, я готов сделать им скидку. Обратитесь в органы. Напишите заявление. Пусть органы разбираются. Да ваши органы мне сказали, если они будут обращать внимание на всякого параноика, у них ни сил, ни средств не хватит. Да. Хорошо. Чем могу? Будучи наслышан о ваших колоссальнейших связях, я подумал, может быть, вы могли бы установить, какая организация ведет за мной слежку. И организация ли это? На худой конец. Кто эти люди? Милый мой, о чем вы? Вы что, хотите, чтобы я следил за теми, кто следит за вами?
носился по улицам и фотографировал из кустов? Голубчик, я давно уже в эти игры не играю. Ну, конечно, конечно. Извините, не по адресу. Конечно. Вы такой человек, с вашим положением, конечно. Но если вдруг как-нибудь вас все-таки заинтересует мое предложение, то со своей стороны готов гарантировать вам 10 тысяч долларов гонорара. 10 тысяч долларов? Да такая работа, голубчик мой, стоит дороже. Гораздо дороже. Чем богатым? 10 тысяч за установление личностей. И еще, если вам удастся узнать, что им нужно от меня, я еще 5 тысяч долларов. Я не думаю, что меня это заинтересует. Я сам с вами свяжусь. Внимательно. Да, Виктор? Марков? Нет, не знаю. Хвост? Как выглядит? Почему не могу узнать? Могу. Почту за честь помочь работникам сидячего труда. Мон-женераль Тюб, узнай, пожалуйста, для меня, есть ли в городе предприниматель Марков? Ну, чем занимаются враги, доходы и т.д. Плюс, узнай, не ведут ли его ваши случайно? Не в разработке ли он? Ну, мания величия у человека, хвост ему мерещится. Хочу знать, его ведут? Или же он просто в детстве в шпиона не доиграл? Добрый день! Агентство НЛ слушает вас. Здравствуйте, дети мои. Это Брагин. Брагин? Какой Брагин? Виктор. Виктор Брагин. Не припоминаю. Виктор! Да? Здравствуйте, Виктор! Так, друзья, у меня дело до вас. Извините, у нас сейчас все загружено. Да, перезвоните через недельку. Дело очень срочное. Срочное? Ну хорошо, может быть, на днях подъедем. Мой коллега неправильно выразился. Да, опечаточка. Вместо слов «мы подъедем» нужно читать «вы подъедете». Так что, если вас интересуют 3000 долларов, то можете их заработать. Дело, в принципе, плевое. Не знаю. Что же вы сами не беретесь, если плевое? Плюнуть лень. Подобные дела не представляют для меня интерес. Слежка за слежкой. Бегать по улицам, прятаться за деревьями. Делать вид, что просто гуляешь. Я все это, дети, проходил в ваши годы. Опять же, попе холодно. Что, простите? Вот это попа, и ей холодно. Так что, беретесь? Никогда тебе не было так хорошо. И вот это снова повторилось, да? Да, в
Который раз убеждаюсь, что женщине для счастья нужно не так уж много. Да что ты говоришь? А что ж ты такой потрепанный, а? Нужно немного, но каждый. А самих женщин много. Что он тут делает? Господин Брагин предлагает нам сотрудничество. У него есть клиент, который думает, что за ним слежка. Мы должны сесть ей на хвост, сделать фотографии, установить личность и так далее. Угу. А что же ты, господин Брагин, сам не сядет на хвост, не сфотографирует? Попе холодно. Да что ты? Ну, не знаю. Бросьте. Несерьезно все это. Кто мы, кто Брагин? У нас и офиса-то нет. Будет. У нас денег нет. Будут. У нас клиентов нет. Есть. Только ты, Витя, даже в мыслях не имей подсунуть нам какой-нибудь тухляк. Мы на офисах, слава богу, собаку съели. Да, не одну. Так что мы не собираемся селиться куда попало. Нам нужны приличные условия труда. Комфорт. Нормальный вид из окна. Свежий воздух. И чтоб попросторнее было. Ларек у нас иногда обруч любит крутить. Так, чтобы стулья не разлетались. Ты слышишь? Слышу. Будет, будет, все будет. Ну и, конечно, цена. Мы, ребята, не бедные, но лишних бабок, сам понимаешь. Ой. Ну что ты встал-то? Заблудился, что ли? Пришли. Ну и где офис? Не поняла. На том берегу, что ли? Так нафиг мы сюда перлись? Покурить? А чего же на том? На этом берегу. Витя, сколько ты заслал, чтобы эту чунга-чангу в твою честь обозвали? А не сколько. Да и не моя эта честь, а дедушка. А кто у нас дедушка? Академик? Адмирал. Герой трех войн. Полный кавалер и тому подобное. Но чудак каких свет не видел. Эту лодочку лет 100 назад уже хотели на булавки пустить, но дед не дал. Насобирал подписей, напряг друзей и через пень-колоду выкупил корабль в свою собственность. Наверное, хотел музей сделать. Да. Нафига ему? Привет! Хотел он на этот музей. Помереть он на нем хотел. Как настоящий капитан. Вместе с кораблем на дно. Да, я смотрю, конечно, в вашей семье на похоронах не экономят. Нет, ну, конечно, задумано с размахом. Вот жалко, только воплотить не получится. А может, еще получится. Как это? Да очень просто. Припрется сюда старый хрыч. Флаг поднимет, Кингстона откроет. И на капитанском мостике под воду. Буль-буль. Извините, а кто припрется у нас? Дедушка что, жив? А как же? Жив, Курилка. Между прочим, в прошлом году развелся. А сколько ему лет? 104. Сколько? Молодец, говорит, что 102. Так что, если ночью почувствуете, что тонете, не пугайтесь. Это значит, дедушка помирать пришел. Да. Ну, мы пошли. Куда? Туда, откуда пришли. Вот, время обеда. А как же насчет работы? А никак. У меня лично морская болезнь. Меня на матрасе-то укачивает. Мишаню в море мама не отпустит. А-а-а. Иваныч, извини, у нас летчик. А баба на корабле, нет, сам понимаешь. Так что плыви один. Вот, если бы домик в горах или коттеджик в районе Гавайев. Да точно. Вообще не вопрос. А как насчет могилки в районе Челябинска? Ну что, берете помещение? Берем! Пошли.
Витя, что скажешь? Класс? У вас один лечащий врач на всех? Или у каждого свой? У нас в дурдоме скидки. Ладно. Приступим к делу. Я наводил справки о нашем клиенте, господине Маркове. Уважаемый бизнесмен, добропорядочный семьянин. Все гладко и ровно. Не алчный. В смычках с криминалом не замечен. На пятки никому не наступает. Как он с таким личным делом до сих пор не прогорел? Враги? Враги? Не думаю. Если еще не существует партии противников Макарон, то других врагов у Маркова быть не должно. Хорошие снимки. Очень хорошие. У вас талант. Погоду слегка не учел. Снимки-то хорошие. Рожи у мальчиков гадкие. Только слежку они ведут. Как-то тупо. Мне тоже так показалось. Я подумал, что... Не надо. Думать буду я. Слышь, Витя! Хорош хамить-то, а? И в мыслях не было. Просто каждый должен заниматься своим делом. Вы свою работу выполнили, остальное моя забота. А если мы сделаем и остальное? То есть? То есть установим личности этих ребят, прокачаем их интерес к Маркову. Смысл? Ваш гонорар от этого не увеличится? Да и вообще вы не справитесь. Да дело не в гонораре. Есть предложение. А, блин. Господи, ну как достала эта непрошенная инициатива? Ну хорошо, ну в чем ваше предложение? Если мы установим личность этих ребят и причину их интереса к Маркову, то вы работаете с нами. Опять 25? Ой, да Миха, ладно, отстань от дяди. Не видишь, дядя писает. Правда, Иваныч? Дядя писает? Ну, не то чтобы, но, в общем, да, похоже. Ну ладно, этому мозг в трамвае прищемило. Ну вы-то ведь, вот пожилой человек, а туда же писает. Так я не говорил. В смысле, не так. Может, мне и прищемили,
Но ты, Витя, все равно писаешь. Так, ты на слабо будешь мальчиков брать, понял? Я даю вам 24 часа. На все. Если не установите личности и причину слежки, отстанете навсегда с этой вашей работой. И денег не получите. А деньги-то? Идет. А если установим, то вы работаете с нами, и ваша доля нам. Половина. По рукам. Иваныч, ты совсем, что ли, сдурел? А что такое? Ты что думаешь, я вчера на свет, что ли, родилась? Поезд увидел, в лес убежал, а? Якорь пилить. Дарья, пойми, наточенный якорь легче входит в грунт. Ну, спасибо, блин. Без тебя я не догадалась. Только пил ты от ногтей, сам точи. Петр Гречин. Кличка Шмырь. Аркадий Вербак. Кличка Буча. Валерий Федоров. Клички нет. Кошмар как какой-то. Все в розыске. Уголовники, что ли? Этого мне только не хватало. Я думал, что-то по работе, может быть. А это и есть по работе. Только не по вашей. Когда мы установили личности ваших преследователей, мы их установили, не так ли? Допустим. У нас в милиции тоже кое-какие связи. Конечно, не такие, как у господина Брагина, но все же. Что вы делали 30 ноября 1999 года? Господи, ну откуда я помню? Это столько лет назад было. Ну что в самом деле? Не так уж и много. Сейчас мы освежим вашу память. Вот копия заявления господина Маркова об утере паспорта. Вспомнили? Господи. Ну а какое... Как эта история с утерей моего паспорта трехгодичной давности имеет отношение к слежке? Самое прямое. Дело в том, что паспорт вы не теряли. А его у вас украл некий господин Икс. Он долго жил, трудился под вашей фамилией. Но за истекший период господин Икс ушел в бизнес и легализовался. Бизнес пошел в гору. Да так в гору, что вызвал нездоровый интерес вот этой группы товарищей. Но они в лицо его не знали. А наводчик знал господина Икс как Маркова. Он бизнесмен. Вы бизнесмен. Отсюда у вас появляется хвост. Короче, ошибка. Так. Как видите, и в преступном мире есть бюрократия. Но... Вопросы есть? А мне-то что теперь делать? Что мне сейчас делать-то, если они захотят вдруг меня убить вместо него? А уже нет. Наш коллега уже вошел с ними в контакт. И все объяснил. Спи спокойно, старичок. Очень извинялись. Обещали больше не беспокоить. Ну, а если, предположим, я... Всего доброго, господин Марков. Спасибо. Спасибо. Хорошая работа, детки. Хорошая работа. Нет. Деньги нужны завтра. Номер счета я вам сообщу. Хорошо.
залог оставите мою визитку. Виктор, вы что, мне не доверяете? Доверяю, доверяю. Но если что, вы больше никогда не сможете ко мне обратиться. А в жизни всякое бывает. Не так ли? Да уж. Здравия желаю, товарищ генерал. Чего смеюсь? Насмешили? Ну, кто меня может насмешить? Сам себя я насмешил. Слушай, Тюбик, не в службу, а в дружбу. Пришли ко мне на e-mail фото господина Маркова. Ага. Нужно. Сам пошел. Напугали. Какой вы пугливый, Леонид Алексеевич. Есть разговор. Если не секрет, когда вы намерены раскрыть девушке глаза на некоторые особенности морского юмора? Если честно, не готов ответить. Пока боюсь. И с каждым днем боюсь все сильнее. Ну, что, господа, поздравляю. Примите мои самые искренние поздравления. Для бойцов весь опера неплохо. Очень даже неплохо. Недооценил. Чего-чего? Для кого неплохо? Весь и кого? Хорошо, хорошо, хорошо. В среднем весе, в среднем весе. Не услышал. Ладно, 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 не давите. Вы профессионал. Мы в курсе, а как насчет уговора? Какого уговора, детка? Еще раз назовешь меня деткой, своих деток никогда не увидишь. Угадай, по какой причине. Что-то мне подсказывает, что не по причине плохого зрения. Виктор, вы, кажется, обещали, что если мы раскроем личности и установим причины их слежки, то вы будете работать у нас. Вы помните? Да, да, я помню, я помню. Воды? Водки, водки им. Во-во-во-во! Плесните колдовство. Все! Мне кранты. Утром позвонил какой-то человек. Он сказал,
что забивает со мной вечером стрелку в парке. Он сказал, что дело идет о моей жизни или смерти. Сказал, чего хочет? Нет, ничего. Просто он сказал, если я кому хоть одно слово, он и меня, и мою семью. Вот так. Что мне делать? Что там у вас? Водки еще налейте. Ты шутишь, что ли? Леонид Алексеевич, а вы уверены, что это не розыгрыш? Какой нахрен розыгрыш? Слышал бы ты его голос, розыгрыш! Что мне делать? Что мне делать? Ну, мне пора. Куда? Как куда? Скоро обед. Вы же сказали, что сами сможете во всем разобраться. Ваш клиент, вот и разбирайтесь. Виктор, умоляю вас, не оставляйте меня на них. Они же ничего не могут. Что? Что? На вас теперь будет вся ответственность. Если меня грохнут, ты во всем будешь виноват. Ты сказал, что такие дела, это их хлеб. Вот меня на этот хлеб теперь и намажут. Чего? Не трогать ничего руками, пока менты не приедут. Агенты, мать вашу, ошибку они установили. Вот она, ваша ошибка. Лежит и не хрюкает. И по чьей вине, интересно? По нашей. Не слышу? По нашей вине. Только этого не может быть. Отчего же? В том-то и дело, что это никакой не бизнесмен, и не Марков это вообще. И уголовников никаких да нет! Души, мы это специально души, подстроили, чтобы вы... Чтобы я что? Дыши, сука! Витя, извини, пожалуйста, щекотки очень боюсь. Актер, актерыч, щекотки он боится. Денег не получишь. Это как это? Как это? Ты чего? Эй! Это как это? Как это? Как это, а? А вот так это и заработал. Стоп, минутку. Я сделал все, как мы договаривались. Мы договаривались, что ты будешь лежать здесь, пока они не уйдут. А ты что здесь устроил, сволочь, а? Нет, мне это нравится. Эти нанимают, говорят, плевое дело. Ты нанимаешь, говоришь, плевое дело. Работаю, работаю. А? Оплатить так никто не хочет. Идите вы все. Ну все, посредник. Эй, шутишь? Сейчас тебя камнем в темечко. Нам нечего терять. Перестань. В команде трупов замена. Вместо убиенного, вместо ожившего Маркова будет играть убиенный Брагин. А вы как хотели? Думали, что мне можно подсунуть липу, и я ее проглочу? Признаю вас молодцами, и будем дружить домами? Так что ли? Какие хорошие детки. Какие умные, пронзительные лица. Наняли этого клоуна, чтобы он изображал тут передо мной жертву слежки. Молодцы. Причем знали, что я проверю. И поэтому взяли имя реального макаронного деятеля Маркова. А вот это я осел и не догадался вовремя проверить. Правильно рассчитали, что я отправлю его именно к вам. Накормили какими-то дешевыми идиотскими снимками. С доски их разыскивает милиция. Я еще подумал, с какой-то стати карманник, убийца и домушник собрались вместе проследить за макаронным королем. Но оказалось, что не было.
ни короля, ни капусты. А было трое паяцев, позировавших вашему фотохудожнику. Что-то не сложилось. Как-то ошибочка какая-то вышла. А где? Денежку пожалели на качественную печать. С моей визитки имя не смывается. Ну, я подумал, какая нахрен разница? Глубокое тиснение или неглубокое тиснение? Выглядит-то одинаково, а бабки дерут. Ну, не свинство? Свинство. Ну, не свинство? Свинство. Вот. А откуда я знал, что Витек будет соком свою визитку поливать? Тут, знаешь ли, никакое тиснение не выдержит. Понятно. Я уже все понял, не понял одно, куда ты остальные деньги девал. А вот это сюрприз. Я купил кое-что для нашего офиса. И что же? Компьютер? Факс? Презервативы? Офис у нас новый? Новый. А раз так, значит, нужна подкова на счастье. Вот ее я и купил. И не какую-нибудь сувенирную, а с настоящего коня. Из-под сокота копыт, так сказать. И где она? Тихо. Здорово, Михеич! Здоровья, видали! Какая наша? Передняя левая! Господа, отныне передняя левая подкова этого чудесного животного принадлежит агентству НЛС! Михеич, снимай! Сдурел! Тебе надо, ты снимай! Я же не кузнец! Михеич, ты что, я сам что ли буду снимать? Снимай, я тебе деньги заплатил, слышишь? Да у меня еще сегодня три фирмы. Тоже счастье хотят. Лошадку нервируете. Вон на подкову, давай снимай. Хороший, хороший. Дай. Хороший, дай, друг. Лошадка. На счастье вам. Тут ковалят на совесть. Без инструмента никак. Ну, так у вас еще инструмента нету. Куда? Слышь, ты годы памятник изъял. Стой! Ну что? Где ты?